В Орле началась детская благотворительная акция «Забота и милосердие», посвященная 70-летию освобождения Орловщины. Она продлится до 1 октября. Ее проводят сразу несколько областных и городских организаций. Программа акции обширна: выставки, круглые столы, конкурсы, спортивные состязания, благотворительные праздники. В четверг гостей принимали ребята из школы-интерната для глухих и слабослышащих. Шефство над ней взял заместитель председательства правительства области Николай Злобин, а также глава Советского района Владимир Негин. Принимаем участие в поставке дополнительной мебели для спальных комнат. Мы будем заниматься материальной базой данного интерната, чтобы ее улучшить, отремонтировать, то есть создать максимально комфортные условия для детишек. Подарки гости вручили всем воспитанникам. Те ответили концертными номерами.